Добрый день, уважаемые студенты Казанского университета технологии и бизнеса. Я лектор по дисциплине «Нормативно-правовая база» в области защиты информатизации. Зовут меня Куанышбек Гулим Кватбековна. Тема, которую мы сегодня с вами будем изучать, обсуждать, анализировать и по которой вы будете готовиться дома, называется «Государственное управление в сфере информатизации». На прошлой лекции мы с вами говорили о законе Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года об информатизации. Итак, давайте посмотрим на слайд. Приняты законы Республики Казахстан об информатизации и о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информатизации, в рамках которого предусмотрены сервисная модель информатизации, развитие архитектуры электронного правительства, государственная поддержка развития ИКТ-рынка, прозрачность и открытость деятельности государственных органов для бизнеса и населения, совершенствование правового регулирования информационной безопасности в области информатизации. В реализацию законов разработаны 97 нормативно-правовых актов. Из них в реализацию закона об информатизации разработаны и утверждены 62 НПА, на регистрации в Министерстве юстиции 2 НПА. Правила разработки, сопровождения, реализации и развития архитектуры государственных органов и типовая архитектура электронного акимата. На утверждение единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Итак, экспертный совет по информационно-коммуникационным технологиям. Предложение экспертного совета. Первое. Упрощение процедуры получения налоговых льгот для IT-компаний Республики Казахстан, осуществляющих деятельность по принципу экстерриториальности, в рамках которого выработаны следующие предложения. А с этими предложениями вы ознакомитесь дома. Второе. Осуществление закупок в сфере информатизации квазигосударственными организациями без согласования с уполномоченным органом в сфере информатизации. Третье. Осуществление интеграции информационных систем и негосударственных информационных систем, в рамках которого выработаны следующие предложения, а также отказ от бумажного документа оборота в государственных органах. Ведутся работы по разработке национальных стандартов для обеспечения электронного документа оборота ЭДО. Министерство культуры Республики Казахстан направлено предложение по включению 65 стандартов в план стандартизации на 2017 год. Также выработаны предложения в проект закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникации в части регламентирования информационных систем государственных юридических лиц, а также сервисной модели информатизации. Также проводятся работы по разработке проекта актуализированной редакции правил реализации сервисной модели информатизации, в том числе предусматривающих порядок рассмотрения комиссии заявок на участие в разработке сервисного программного продукта, порядок организации конкурса по допуску потенциальных поставщиков по разработке сервисного программного продукта, порядок приема заявок от потенциальных поставщиков сервисного программного продукта и так далее. Также выработаны предложения в НПА по вопросам списания объектов информатизации. В настоящее время проводятся работы по выработке предложений в НПА в части упрощения процедуры развития информационных систем. В рамках правового мониторинга НПА проводится анализ и вырабатываются предложения в НПА в области ИКТ. Также планируется разработка новой редакции методики расчета и нормативы затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем государственных органов и методики расчета стоимости информационно-коммуникационных услуг для государственных органов. То есть мы видим, да, что Республика Казахстан, наша с вами страна, по инициативе Ельбасы, по инициативе действующего президента, развивается в области защиты информатизации, в области защиты наших персональных данных. Итак, контрольные вопросы. Основные НПА в области защиты информатизации, а также основные понятия в области информатизации.
Хорошо. Спасибо за ваше внимание. Увидимся на следующей неделе.